Здравствуйте. На 12-м канале «Час новостей» в студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Деревни тонут. Затор на Иртыше привел к потопу в Тарском районе. Спасатели готовят эвакуацию жителей. Отстрелялся Владимир Стрельцов. Официально ушел в отставку с поста главы Минстроя. Станция Любинская. Точка невозврата. В Омске реконструируют маршрут царского поезда, в котором семью Романовых везли в Екатеринбург на казнь. Как интернет и смартфоны уравняли федералов и регионалов? Очень трудно отделить реальную информацию от выдуманной. Нам становится все сложнее работать. Опытом делится бывшая меч и репортер Первого канала Михаил Акинченко. Мастер-класс от президента. Омск, конечно, в первых рядах. Я могу даже сравнить с отдельными странами. Вот сейчас мне некоторые представители пишут, у них занимается во всей стране меньше людей, чем в Омске. Единственный в России обладатель 7-й ступени мастерства тхэквондо Лазар Сцеплидис в Омске дает мастер-классы. И Капычу не до романтики. Капибара из экоцентра не может познакомиться с невестой из-за кариеса. Жителей нескольких деревень в Тарском районе затопило. Всему виной ледяной затор, который образовался на Иртыше. За ночь вода резко поднялась почти на 60 сантиметров. Деревня Сибиряково залила приусадебные участки. Несколько домов дороги не задело. По ним можно проехать. Мы связались с местными жителями. И вот как они описали обстановку. Вот уже шифонеры стоят, нижние полки уже скрыло водой. Город весь затоплен, да. Вода выше дороги. Вода пришла, да, в 5 утра вот начала на пол выступать. На пол уже. Так как ночевать у нас здесь невозможно, мы будем переезжать, конечно. Нам спасатели помогли вынести вещи. Будем переезжать к родственникам. Ночевать здесь просто невозможно, потому что вода уже сапоги резиновые маленькие не оденешь. Уже в болотниках ходим. По квартире. На месте работает аэромобильная группа МЧС, полностью комплектованная всем необходимым оборудованием. Для жителей подготовили 2 пункта временного размещения. Впрочем, как говорят спасатели, они не потребуются. Сейчас уровень воды 520 сантиметров, а опасной считается отметка 620. И сейчас с затором удалось справиться, уровень воды постепенно снижается. Оказались потоплены приусадебные участки 8 домов, в которых проживает 18 человек, из них 2 детей. Для эвакуации жителей подготовлены 2 пункта временного размещения. Однако к настоящему времени затор прошел. За последний час произошло снижение уровня воды на 7 сантиметров. Как отмечают специалисты, ухудшение обстановки не прогнозируется. Взлетное поле в Омском аэропорту подожгли специальные работники воздушной гавани. Таким образом, выжигали траву, чтобы там не гнездились птицы. Накануне около 5 часов вечера в Кировском округе жители были не на шутку перепуганы. Дымом заволокло дорогу и микрорайон рядом с аэропортом. Оказалось, что на территории возгорания тушили его спецавтомобили аэровокзала, но техника МЧС дежурила рядом, чтобы при необходимости прийти на помощь. Диспетчер аэропорта пояснил, пожара не было, мероприятие плановое в связи с, цитата, «орнитологией». В траве есть гнезда птицы, чтобы пернатые не залетали в турбины, проводятся подобные работы. Добавлю, что на расписание самолетов инцидент не повлиял, все лайнеры вылетали и приземлялись вовремя. Владимир Стрельцов официально ушел в отставку. Соответствующее распоряжение подписано сегодня. Исполнять обязанности руководителя отраслевого ведомства будет заместитель министра строительства ЖКХ Александр Фрикель. Напомню, Владимир Стрельцов возглавил Минстрой в мае 2017-го. И, как считает глава региона Александр Бурков, за это время провалил работу по целому ряду направлений. Ранее губернатор жестко раскритиковал деятельность министра. Амичи отправились по историческому маршруту последнего русского императора. Сегодня в 8 часов утра железнодорожного вокзала Омска в Любино уехал поезд специального назначения. Так назывался состав, в котором везли на расстрел Николая Романова с семьей из Тобольска в Екатеринбург. Ровно 100 лет назад, 28 апреля 1918 вагоны неожиданно развернули и направили в сторону Омска. Но до города царя не довезли, состав остановился на станции Любинская. Что там произошло, почему эта остановка могла стать переломным моментом для российской истории? Юлия Ковыршина сегодня путешествовала в царском поезде и видела, как встречали особый состав Любина.
Станция Любинская была основана больше 100 лет назад, но несмотря на это, с тех пор она практически не изменилась. Интересно, что это было сделано намеренно. Именно такой станцию Любинская увидел император Николай II, когда провел здесь несколько часов. Пассажиров сюда доставили сегодня на вот этом поезде. Это царский поезд специального назначения. Вы видите, что на нем фотографии, причем фотографии не только царской семьи, но и верных слуг, которые были с императорской семьей до последней минуты и также погибли от рук большевиков. Чтобы попасть в этот поезд, у пассажиров сегодня должны были быть вот такие билеты. У нас они тоже есть, это не случайно, потому что наша съемочная группа сегодня тоже приехала в Любино из Омска на этом поезде. Также всем пассажирам сегодня раздали вот такие маленькие копии царского креста мощевика. Это особая православная святыня. Поезд отправился из Омска в Любино ровно в 8 часов утра. И вот так масштабно, так торжественно царские дни еще не отмечали не только в Омской области, но и вообще в стране, чтобы целый состав, 7 вагонов, проследовал по историческому маршруту. И вот по ходу движения мы побеседовали с организаторами этой масштабной и уникальной акции. И они нам рассказали, собственно, почему в последнее время так вырос интерес к личности Николая II, и почему так важно именно сейчас восстановить историческую справедливость. Давайте послушаем. Мы вот сейчас едем по Транссибирскому пути. Это та железная дорога, которая была построена под руководством во времена Николая II. Это самый большой путь в то время. В год строилось более 500 километров железной дороги. Никто в мире такими темпами не строил. А ведь это по Сибири, по болотам. Это десятки, сотни, даже если не тысячи мостов, туннелей и прочее, прочее. Вот. И за это люди зарабатывали хорошие деньги и кормили свои семьи. И семьи у них были большие. Владыка идет как раз. Я раздаю крестики памятные. Наш дорогой журналист. Да, Юля, я вас помню. Возьмите от нас крестик. Спасибо большое. Это, спасибо, давайте я вам сделаю красоту. Это будет на память вам. Спасибо. Любинская. Царский поезд прибыл в 9 часов утра. Здесь его встречал военный оркестр, казаки, священники, а также десятки жителей. С собой пассажиры и участники акции привезли также чудотворную икону Николая II. Это святыня, во-первых, мироточивая, во-вторых, она облетела всю страну на самолете и даже побывала в космосе. Здесь же, на вокзале, прямо у входа в вокзал, сегодня открыли памятную плиту в честь пребывания на станции Любинская царской семьи. Ну вот историки в последнее время все активнее говорят о том, что эта небольшая станция, станция Любинская, могла сыграть значительную роль в судьбе страны. По одной из версий, царскую семью, которую перевозили поездом из Тюмени в Екатеринбург, остановились здесь, то есть ночью поезд резко остановили и направили в сторону Омска и продержали здесь на станции Любинская несколько часов. И по одной из версий, таким образом хотели сохранить жизнь императорской семье. Но вот здесь в Любино память царя чтут особо. И об истории царской семьи могут рассказывать все, в буквальном смысле от мала до велика. Илья, ты сегодня такую очень знаковую роль играешь, да? Ты сын императора, цесаревича Алексея. Что сам знаешь? Знаешь о Николае II и его сыне из истории? Я знаю то, что Николай II любил всех. Он, ну, всех уважал, всем дарил всякие подарки, детей любил. А его сын хотел стать, когда вырастет, военным матросом. Ну и сам любил корабли собирать. Памятные торжества в Любино продолжаются. Сегодня здесь же состоялся памятный молебен в часовне, которая расположена недалеко от станции, буквально в нескольких шагах. Ну а царский поезд пробудет здесь, на станции Любинская, до самого вечера. Его отправление обратно в Омск назначено на 9 часов вечера. Юлия Ковыршина, Павел Манжос, Илья Яковленко, 12 канал.
чем важность прямых включений, где заканчивается эксклюзив и начинается информация государственной важности. Об этом рассказал репортер из Омска, ныне корреспондент Первого канала Михаил Акинченко. Он приехал в наш город в рамках совместного проекта развития коммуникации «Газпромнефти» областного союза журналистов «Среда общения». По словам Акинченко, технический прогресс практически стер разницу между региональными и федеральными СМИ. Интернет, мобильные телефоны и другие гаджеты позволяют вести прямые эфиры из любой точки страны и даже мира. Тему продолжит Анна Кокорина. С чем я езжу на съемку? Ну, вот это вот, безусловно, мобильный телефон. Вот это, знаете, безусловно, планшет. Нехитрым набором гаджетов корреспондент Первого канала Михаил Акинченко словно доказывает. Разницы в техническом оснащении между региональными и федеральными СМИ по большому счету нет. О решающем матче, встрече первых лиц и происшествии вещать можно из любой точки страны и даже мира. При этом работа в режиме онлайн серьезно повышает рейтинг телеканала или электронного издания. Они выручают, особенно когда нечего сказать, но можно объяснить обстановку вокруг. Да? То есть бывают очень часто события, мы сами бывают. Только приехали в ППХ, мы ничего не знаем, ничего рассказать не можем, информация идет совершенно противоречивая. За эту вовлеченность и сопричастность зрителя вот подобные прямые включения очень любили наши шеф-редакторы. Впрочем, соцсети, YouTube-каналы, прямые трансляции с мобильных – всего лишь приманка для зрителя, эффект соучастия. Задача профессионального репортера – найти важные подробности. И вот в этом преимущество телевидения. Вот в этом сегодня состоит наша задача. Мы, я не побоюсь даже этого, наверное, громкого словосочетания, просветительская функция наша в этом. Мы должны рассказывать. А событие случилось, люди узнают. Мы должны сказать, что стоит за этим событием. В погоне за эксклюзивом, говорит Акинченко, важно не потерять голову. Любую деталь журналист обязан проверить. Мы не можем дать информацию, которая вызовет панику. Потому что одно дело, когда это звучит в соцсетях, другое дело, когда то же самое скажут на Первом и на Втором канале. То, что произносится на Первом и на Втором канале, это считается уже доказательством. Это считается проверенной информацией. И век информационных технологий отличить правду от вымысла становится сложнее, добавляет федеральный журналист. В этом и есть мастерство репортера – суметь раздобыть доказательства и только потом выдать материал в эфир. Анна Кокорина, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. С праздником весны и труда и мечей поздравили глава региона Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский. В своем обращении они отметили, что 1 мая в календаре россиян занимает особое место, ведь ценности, которые он провозглашает, честный труд, профессионализм и взаимопомощь, актуальны всегда. Цитирую. «Счастлив тот, кто нашел свое дело в жизни, кто может реализовать свои таланты и принести пользу людям. Искренне желаем вам любить то, что вы делаете, и делать то, что вы любите. Это верный путь не только к личному благополучию, но и к процветанию родного города, региона и страны. Весеннего настроения вам, неиссякаемой энергии и оптимизма». Конец цитаты. Поднять зарплату учителям и провести интернет и в сельские ФАПы в Омске подводят итоги второго регионального форума «Единая Россия». Он прошел сразу на 4 площадках в Омске, Таре, Силькуле и Калачинске. Партийцы, депутаты и общественники встретились, чтобы поговорить об актуальных для региона и страны аспектах послания президента России. Лучшие предложения, высказанные на форуме, озвучат на партийной конференции в Москве. Что это за идеи, знает Юлия Думанова. Мозговой штурм на тему, как воплотить президентское послание в регионе, получился масштабным и по составу участников, и по числу сгенерированных идей. На дискуссионных площадках встретились депутаты, представители министерств, общественники. В Силькуле предложили распространить федеральный партийный проект «Детский спорт» на сельские школы и каждую оборудовать современным спортзалом. Доступной должна стать и медицинская помощь. Для этого в деревнях необходимо строить не только новые больницы и фельдшерские пункты, но и обеспечить врачей, приезжающих из города, жильем. Обеспечение жильем выпускников трудоустроившихся в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, культуры. Тоже проблема, да? Но без жилья никто не поедет жить. Даже мы сегодня строим, будем строить ФАП, Николай говорил, да? ФАП вместе с жильем, цена вопроса 10 миллионов, да, но эта проблема есть.
Еще среди предложений сократить сроки проектирования бурения скважин, необходимых для снабжения питьевой водой, и провести в сельские ФАПы интернет. Ведь медицинские учреждения переходят на электронную систему обслуживания. И сегодня во многих лечебных учреждениях можно дистанционно записаться к специалистам. Чтобы воплотить предложенные идеи в жизнь, нужны люди, говорят партийцы. Поэтому вскоре будет запущен новый проект «Единая Россия» – политический стартап. Для молодых кандидатов, технологов и пиарщиков до 35 лет организуют тренинги и мастер-классы. Лучшие участники получат возможность принять участие в праймерис «Единой России». Каждый член партии был заметен, чтобы у каждого был какой-то интерес к партии, мотивация. Вот давайте подумайте, что нужно. Предлагайте интересные вещи. Вот привлечение молодежи путем поддержки их идей, их проектов, для развития их самореализации, там, будущего своего. Всего в рамках форума работало 4 дискуссионные площадки в Калачинске, Селькуле, Таре и в Омске. Обсудить удалось экологию, социальную сферу, городскую среду. Свои идеи омские единороссы представят на партийном форуме в Москве. Юлия Думанова и Елена Смирнова, 12 канал. И вот какие материалы вы увидите в итоговом выпуске в 19:30. Не останавливают ни страшные цифры статистики, ни красный сигнал светофора. Почему это нарушаете? Ничего, дома торопимся. А не боитесь, что можете не дойти, если будете так рисковать жизнью? Контролирую. Все под контролем. В надежде на русский авось омские пешеходы перебегают дорогу, рискуя жизнью. В этом году под колесами авто погибли 12 человек. И, как говорят инспекторы ГИБДД, весной ситуация обостряется. Анна Кокорина узнала, как пешеходу выжить на дороге. В своей мастерской она поселила страшилу, сняла плесень, перекрасила и прониклась в вековой истории буфета. А вот нижние отсеки, они почему отличаются? От этого я не знаю. Ну, тоже, наверное, какая-то посуда. Может, для печенья, конфет, которые прятались, доставались тоже по праздникам, очевидно, так. Никакой штукатурки, дорог каждый скол и трещинка. Мастер-самоучка Ирина Соловей реставрирует мебель. В основном к ней в руки попадают старинные вещи. К примеру, стул, за которым с удовольствием погонялся бы великий комбинатор Остап Бендер. Ирина потому и любит не новые вещи, ведь у каждого шкафа, комода или сундука своя история. Они умеют ее рассказывать. Репортаж из небольшой мастерской. Чудом спасся из концлагеря для собак и теперь летит в Нью-Йорк. Семья из США готова приютить омского пса, которого чуть было не усыпили. Будущей семье Лешика можно только по-хорошему позавидовать. Пес очень спокойный, ласковый, очень контактный, добрый, любит гулять. Даже в такую погоду его не смущает ни грязь, ни дождь. Единственное, что из-за травмированной лапки он быстро устает. За считанные часы до усыпления животное забрали из спецавтохозяйства волонтера. У собаки была повреждена лапа, но, к счастью, Лешика удалось вылечить. И теперь, чтобы он обрел свой дом в Америке, необходимы деньги. Елена Смирнова с подробностями. Мастер-класс от президента омским борцам выпал уникальный шанс побывать на тренировках у главы федерации тхэквондо Назара Стилфидис. Единственный в России обладатель 7-й ступени мастерства в тхэквондо дана приехал в наш город, чтобы провести сразу несколько занятий со спортсменами. Для спортивного сообщества тхэквондистов это важный этап подготовки к крупным состязаниям. Владимир Мутовкин с подробностями. Кто сказал, что к семинару нужно готовиться в библиотеке, читая скучные, хотя и очень умные книги? Можно к семинару подготовиться на обыкновенной тренировке и прийти сюда, чтобы перенять мастерство у главы Федерации тхэквондо России Назара Стилфидиса. Именно этот процесс сейчас мы и наблюдаем. Почти 1000 омских спортсменов собрались, чтобы перенять сложную науку тхэквондо. Желающих так много, что бойцов делят на смены. Неудивительно, в Омске одна из самых представительных федераций, даже не в стране, в мире. И Омск, конечно, в первых рядах. Я могу даже сравнить с отдельными странами. Вот сейчас мне некоторые представители пишут, у них занимается во всей стране меньше людей, чем в Омске. В России Назар Стилфидис единственный обладатель 7-го дана по тхэквондо. Это почти вершина всего ступени мастерства. Мастерство 9. Признанный мастер обучает новым приемам, а также методикам проведения тренировок. Это только кажется, что занятие вот это безопасное среди ребят, которые повторяют приемы ходить. На самом деле каждый из них может так врезать, что мало не покажется. Но оно и понятно. Тренируется с огоньком, с удовольствием. Ну а как еще надо тренироваться, чтобы достигнуть высот мастерства? Ну а главный экзамен для воспитанников – соревнования. А мечи уже не раз доказывали свой класс. На последнем чемпионате и первенстве Европы наши спортсмены завоевали призовые места. Более того, Омская область может стать ареной всероссийских состязаний. Тогда к нам приедут мастера со всей страны.
Владимир Мутовкин, Дмитрий Храмцов, 12 канал. Капибаре Капычу из детского ЭК-центра пришлось отложить важную встречу из-за больного зуба. Краснокнижный грызун еще в четверг должен был познакомиться с невестой Марфы, однако животное почувствовало себя плохо, отказывалось от еды. Ветеринары выяснили у Капыча кариес, ему оказали помощь, но зверек испытал сильный стресс и теперь приходит в себя. Экологи сообщают, знаменательная встреча, быть может, состоится сегодня. Напомню, Капыча привезли из Новосибирска в Омск больше года назад. Все это время зверь страдал от одиночества, из-за чего даже прославился в соцсетях. Равнодушные жители, а также семья из Воронежа пожертвовали деньги ЭК-центру на приобретение самки. Удалось собрать больше 90 тысяч рублей. Из того же Новосибирска привезли Марфу. На выходных небо над Омской областью затянет грозовыми тучами. Синоптики предупреждают, завтра в регионе может заметно потеплеть. Однако ожидается шторм. В некоторых районах области пройдут сильные дожди с грозами и порывами ветра до 23 метров в секунду. В связи с этим сотрудники МЧС просят жителей региона быть осторожнее и без необходимости не выходить на улицу. Погода будет неустойчивой всю следующую неделю. Тепло и холода будут сменять друг друга каждый день. Например, в ближайшие сутки температура может упасть до плюс 4 ночью, а днем, вероятнее всего, поднимется до плюс 17. После короткой рекламы подробный прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Матрасы Dream по уникальной цене. Только у нас. Виктория Мебель. Ходил раньше Константин из Сетельникова за 1000 верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь квас очаковский. 2 литра всего 63,90. Вот это цены! Ассортимент какой! Все есть от зажигалки до мангала. Ковка 509-017. 509-017. О погоде завтра, 29 апреля, по области в Омске пасмурно. Дождь, температура воздуха в районах ночью до 5 градусов тепла, днем 15-19. В Омске ночью похолодает до плюс 6, днем плюс 22. Ветер южный 7 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Это все новости к этой минуте. Итоги дня подведем в 19:30. До встречи!